Так, ну вот, в принципе, вокруг дома я обошел, плитку положил, сюда вот такие стоки под трубы сделал. Вот, в принципе, мне очень понравилось самому, как лежит, как легла она ровненько. Вот. Я, конечно, не ожидал, что так будет. Потому что, еще раз повторюсь, что первый раз я это делаю. Вот, поэтому, в принципе, я доволен. Это тут разводы от пескобетона. Между стеной засыпал. Между плитками засыпаю песок. Оф, термос. Термос чуть не забыл. Так. Ну вот, поэтому все, в принципе, нормально. Вот эти вот стоки очень хорошо сюда подошли. Правда, замудохался их вставлять, особенно тут длинный. Ну вот, вот и крылечко тоже очень ровненько позже вышло. Тут трубу надо развернуть, чтобы она смотрела в сторону как раз на этот сток. Ну вот, осталось перед гаражом заделать. Но не хватает плитки. Здесь будет сороковка. Плиточка. Поэтому придется привезти ее завтра. И останется мне вот перед этим гаражом положить. Ну и все, и будет замечательно.